Fly FS456 Hard Reset. Чтобы сделать сброс настроек на подобных аппаратах, есть несколько комбинаций. Это может быть плюсы питания, минусы питания, плюс-минусы питания. Иногда используется питание зажать на секунду-две и следом минус. То есть, возможно, какие-то вариации. Мы на нем зажмем плюс и питание. Две клавиши держим, пока не загорится экран. Экран загорится, питание бросим, а плюс продолжим держать. Если не сработает, то же самое с минусом. Так, мы увидели тестовое меню. Я сразу понимаю, что телефон у нас на процессоре Spreadtrum. Жмем Next. Попадаем в следующее окно. В этом меню выбираем строчку Factory Reset, подтверждаем ее кнопкой питания, если нет возможности другой его выбрать. Он начнет делать сброс, либо перекинет в стандартное меню, где может сделать восстановление и сброс из меню самого телефона. Но нас это не устраивает. Мы его перезагружаем, либо просто выключим. Прям батарейку на нем выдерну, воткну, зажму питание на секунду-две и следом минус. Именно в таком порядке. Питание на секунду-две и следом минус. Если просто зажать питание минус, то может не сработать. Увидели зеленого робота, чтобы попасть дальше, нажимаем питание. Питание сработает вверх. Иногда нужно использовать нижние сенсорные клавиши, но чаще всего питание зажать и... Питание зажать и коротко нажать вверх. Попали в следующее меню, это само рекавери. Опускайтесь вниз до строчки Wipe Data Factory Reset, нажимаем вверх. Если вверх не срабатывает, то питание. Есть да, нет. Я выберу строчку нет, потому что нет необходимости его сбрасывать. Выбираю строчку yes. Он начинает делать сброс. Где-то пару минут, может быть быстрее. Внизу пробегут строчки, последняя строчка будет Data Wipe Complete. Это будет означать успешное окончание сброса. После этого он перекинет вас в предыдущее меню, с которого вы начали. В нем нужно выбрать либо первую строчку Reboot System Now, либо строчку Power Off. Reboot System Now его перезагружает, Power Off выключает. В любом случае, после следующего включения, дольше обычного он будет включаться, где-то минут 10-15, и включится чистый, как будто его только купили. Выбираем либо Reboot System Now, либо Power Off, но я Power Off выберу, как бы, потому что нет необходимости его сбрасывать. Вот, я выберу строчку Power Off. Вы выбираете Reboot System Now, он дольше обычно 10-15 минут включается, включится чистый. Несколько моментов, о которых нужно знать до всех сбросов, до всех прошивок. Перед любыми сбросами, перед любыми прошивками, необходимо первое выйти из учетной записи Google, меню настройки аккаунта, выбрать гугловскую учетную запись, в правом верхнем углу кнопка с тремя точками, удалить аккаунт. Если этого не сделать, после сброса или прошивки он будет просить старую учетную запись и пароль от нее. На канале есть плейлист ФРП Google, возможно, там найдете для себя решение. Но лучше как бы с этим не связываться. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал.